На Керченском мосту образовалась многокилометровая пробка на въезд в Крым со стороны РФ. Время ожидания в пробке составляет от 3 часов, сообщают автомобилисты и местные паблики. В очереди со стороны Тамани 1020 машин, со стороны Керчи 60 автомобилей. При этом Крымский мост дважды за последние несколько часов перекрывали из-за ракетной опасности. А сам проезд по Крымскому мосту может быть смертельно опасным для туристов. Ведь украинская сторона не раз заявляла, что объект построен незаконно и рано или поздно будет выведен из строя. Многие туристы понимают это и отказываются отдыхать под обстрелами. Спустя неделю после ракетного удара, в результате которого обломки ракеты упали на пляж Учкуевка в Севастополе, спрос на отдых в Крыму среди россиян упал на 30%, пишет телеграм-канал «Астра» со ссылкой на Союз туриндустрии. Также турфирмы сообщают о запросах на перебронирование с Севастополя на другие части оккупированного Крыма. Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фото пустых пляжей в Севастополе. Город россияне превратили в военную базу. Совсем другая картина в Судаке. На кадрах, опубликованных 1 июля, видно, что на пляже яблоку негде упасть. «Здесь собрались все те, кто доверяет криворукой российской ПВО», пишет телеграм-канал «Крымский ветер». Напомним, 23 июня в результате работы российской ПВО над Севастополем 4 человека погибли, более 120 получили ранения, сообщили городские власти.